газовой отрасли было объявлено чрезвычайное положение. Власти делают попытки решить вопрос с «Газпромом» относительно нового контракта. При этом эксперты считают, что этот кризис имеет политическую подоплеку. Договор на поставки газа продлили всего за несколько часов до истечения и только на октябрь. Наши управленцы признают, что переговоры могут затянуться. В сложившейся ситуации разбираемся с гостем нашего эфира, экспертом в области энергетики Сергеем Тафилатом. Сергей, добрый вечер, рады вас видеть и слышать. Здравствуйте, рад присутствовать. Сергей, почему это происходит, то, что сейчас происходит у нас, что власти не начали вести переговоры и еще в августе месяце о поставках газа? Ну, это всего лишь спекуляции, потому что, ну, очень просто это все можно проверить. Значит, по закону о газе, есть 85-я статья, согласно этим положениям, Молдова-Газ до 15 сентября должна была предоставить в НАРЭ подписанный договор. То есть, этот договор был еще раньше, наверное, в начале месяца или еще в августе, передан Газпрому на подписание. Газпром затянул с процессом, зная, что у Молдовы нет других источников, и если закупать газ в срочном порядке, то он очень дорогой. То есть, грубо говоря, воспользовался нашим безвыходным положением. Еще стоит обратить внимание на другой интересный аспект. Нам в октябре сократили объемы на треть почти, порядка 30 миллионов кубометров газа. Якобы не хватает у Газпрома газа. Ну, извините, Газпром экспортирует на европейский рынок 180 миллиардов кубометров. Ну, до 200 даже доходит в год. И для Молдовы не нашлось 30 миллионов кубометров. Ну, это даже ниже, не знаю, уровня погрешности, ниже технических потерь в сетях. То есть это чисто политические мотивы. Сергей, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров выразил надежду, что Молдова, цитирую, будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне. Ну, получается, что намекая таким образом, что в нашу политику вмешивается Евросоюз и США. То есть даже в этой ситуации мы что чувствуем? Ну, это громкие слова, потому что решение, в принципе, нам хватает своих мозгов принимать самостоятельно решение. Это первое. Второе, это все связано с тем, что Кремль пытается дискредитировать любые демократические власти там, где парламентское большинство или руководство страны не разделяет взгляды Москвы, где вся сила сконцентрирована в одни руки. Что это получается? Это действительно в этом есть какая-то политическая подоплека? Так выходит? Безусловно. Значит, у нас ситуация какая? Молдова до 2019 года зависела исключительно от «Газпрома» как для поставок газа, так и для выработки электроэнергии, потому что наши ТЭЦ работают на газе, и они покрывают всего лишь, ну, менее 20% нашего потребления. 80% мы берем обычно у молдавской ГРЭС в Приднестровье, которая тоже работает на российском газе. Поэтому этот ресурс нам был важен как для покрытия потребления газа, так и для выработки электроэнергии. Учитывая это, конечно, Молдова была в очень неприятной ситуации, то есть мы полностью зависели от одного вентиля, скажем так, чтобы было просто. В 2019 году были внешние обстоятельства, которые поменяли ситуацию. Значит, истекал договор на транзит газа через Украину, и все страны, которые зависели от поставок газа через Украину, Молдова, Румыния, Болгария, балканские страны, они в срочном порядке провели модернизацию трансбалканского газопровода, по которому ушел газ с севера на юг, с целью того, чтобы, значит, поставлять газ с юга на север, то есть в реверсном режиме, через турецкий поток. То есть то, что не было сделано за 30 лет, было сделано за 5 или 6 месяцев в 2019 году, во втором полугодии. И с тех пор, вот начиная с этого момента, у нас уже появилась возможность покупать газ и от других источников. Но остается, конечно, проблема с выработкой электроэнергии, потому что мы до сих пор зависим от молдавской ГРЭС.
Здесь, конечно, некоторые скажут, хорошо, а Молдова же покупает электроэнергию или покупала, или часть там из Украины. Но здесь есть, конечно, нюансы, потому что у нас какие есть 5 высоковольтных... Есть? Да, у нас есть 5 высоковольтных линий, которые соединяют Молдову с Украиной, но 4 из них проходят через трансформаторную станцию «Молдавская ГРЭС». То есть, если перевести это на человеческий язык, если мы завтра отключим газ Приднестровью, мы останемся без электричества. Угу. И эту проблему надо решать путем строительства дополнительных линий. Соединить с румынской энергосистемой, дополнительно соединить с украинской энергосистемой так, чтобы мы не зависели от молдавской ГРЭС. И тогда у нас будут весомые инструменты для переговоров с «Газпромом», которых у нас сейчас, к сожалению, нет, недостаточно. Да, сейчас получается, что с одной стороны мы зависим от того, что нам отключат электричество, с другой стороны от того, что нам отключат газ. Так выходит? Примерно так. Ну, если сделать сравнение, это то же самое, как вот студент в августе поступил в университет, ему сказали, что экзамен будет в конце года. А тут сказали, что нет, экзамен будет в конце сентября. И ты просто физически не успеваешь подготовиться. Вот примерно в такой же ситуации было наше правительство. То есть за 30 лет предыдущие власти не предприняли достаточных мер, чтобы обезопасить Молдову, чтобы иметь дополнительные источники. А что нужно было сделать, чтобы сейчас страна не получилась, не была в этой ситуации? Как ее могли обезопасить? Ну, по газу надо было обеспечить резерв газа и обсудить, заключить там предварительные договора из других источников, либо договориться заранее с «Газпромом», то есть не тянуть до сентября. Это надо было сделать, ну, хотя бы весной или, а лучше, в прошлом году, чтобы у нас не было ситуации, что мы вот в последний день зависим от того, подпишет «Газпром» договор или нет. То есть не попасть в эту ситуацию. Кстати, здесь нужно отметить, что источники из «Молдовагаза» сообщили нам, что они пытались закачать, то есть даже закачали газ в украинские газохранилища. Но об этом узнал «Газпром» и обязал их в апреле этот газ вернуть, использовать. То есть «Молдовагаз» предпринимала меры, чтобы нас обезопасить, но, значит, «Газпром» был против. Естественно, что целью, понятно, было посмотреть, какие будут результаты выборов парламентских в Республике Молдова. И если к власти придет режим, который не подручен Москве, то чтобы были инструменты их шантажировать. Вот и все. Значит, что касается газа, понятно, надо было договариваться раньше, когда условия были другие, и у нас времени было бы достаточно, чтобы найти другие источники. И не искать их в срочном порядке, естественно, когда тебе срочно нужен газ, он очень дорогой. Что касается поставок электроэнергии, то есть энергобезопасности, здесь нужно построить линию Кишинев-Волконешта и Савча, и еще одну дополнительную линию для присоединения к украинским энергосистемам. Но это занимает время, это по крайней мере 3 года. И процесс только начался. То есть это можно было сделать намного раньше. У нас, допустим, есть решение правительства номер 409 от июня 2015 года. Дорожная карта по подключению по электроэнергии и по газу с европейской энергосистемой. Значит, по этому решению, по этой дорожной карте, линия Кишинев-Волконешта и Сакча должна была уже быть сдана в эксплуатацию в конце 2019 года. Почему этого до сих пор ее тогда... Да, у меня возникает логичный вопрос, почему она тогда не была сдана в эксплуатацию? Вот об этом надо спросить предыдущие власти, демократическую партию, те, кто были до них, коммунистическую партию, почему это не было сделано еще в конце 90-х, в 2000-х. Просто не было желания. Не было политической воли. Получилось, что это никому не нужно было, да? Так выходит? Это было никому не интересно, потому что всем было замечательно, что Молдова зависима от российского газа. Все имели свою долю во всей этой схеме, и всем было хорошо. И плевать все хотели на независимость Республики Молдова. Все на этом зарабатывали. Значит, все-таки выход из положения был? Безусловно. Ну, обращу ваше внимание, давайте так, вернемся немножко в прошлое. В феврале 2000 года вышла замечательная статья в «Ведомостях», называется «Молдова сдалась». И, значит,
Там было написано следующее, что «Газпром отключил поставки газа из-за существования газового долга». И поставил условие, что мы оплатим полностью весь накопившийся долг, и Молдова запретит любому другому поставщику торговать газом на молдавском рынке. 2000 год, 21 год назад. В том же году была принята энергетическая стратегия Молдовы до 2010 года. Там было написано, что правительство будет предпринимать меры для подключения газовой сети к Румынии. Прошло 7 лет. В 2007 году эту стратегию обновили до 2020. Вместо фразы «будет принимать меры» написали «будут принимать шаги». То есть за 7 лет упорного труда коммунисты поменяли всего лишь одну фразу. Угу. Вот отношение политического руководства страны по поводу энергобезопасности Республики Молдова. Хорошо, Сергей, вы сказали, что нужно было делать попытки искать, да, альтернативные источники, откуда поставок газа. Да. Вице-премьер Молдовы Андрей Спину отправился с рабочим визитом в Польшу. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться поставки природного газа в Молдову. Вообще объясните мне, разве в Польше есть газ в таком количестве, чтобы помочь Молдове преодолеть энергетический кризис? Ну, речь идет не о физических поставках газа из Польши в Молдову, угу. Потому что у нас нет трубопроводов, которые соединяют нас с Польшей. Но есть другие механизмы. Значит, у Польши есть СПГ-терминал. Туда можно, то есть можно приобрести на спотовом рынке танкер с сжиженным газом, доставить его в Польшу. Польша его возьмет в свое собственное потребление, а мы доберем тот же самый объем газа из Украины, которая поставляет газ в Польшу. То есть через Украину идет транзит газа. Это называется виртуальный реверс. Угу. Да. То есть они часть газа получают через украинскую газотранспортную систему. И то, что мы им доставим на их СПГ-терминал, этот же объем мы доберем из украинских сетей. Вот и все. То есть, хорошо, Сергей, вполне... от такого круговорота это как-то повлияет на цену конечную потребителю? Ну, смотрите, когда мы в ситуации в срочном порядке искать и покупать газ, естественно, этот газ очень дорогой. Но дело в том, что если мы хотим иметь хоть какие-то инструменты для переговоров с «Газпромом», мы должны сделать свою домашнюю работу. То есть мы должны сказать, что у нас есть альтернативные поставки газа. Если мы с вами не договоримся по объемам, по ценам, у нас есть вариант «Б». Значит, первое – это найти других поставщиков газа и договориться о цене. Второе, значит, была переведена Кишиневская ТЭЦ на мазут, что является более дешевым источником. И это, ну, мы говорим о порядка 35-40% объема потребления в зимний период. То есть, да, у нас есть альтернативные источники, мы перейдем на мазут. Снижим объем, нам надо будет меньше дорогого газа покупать. И когда у нас будет домашнее задание готово, тогда мы можем сесть за стол переговоров с «Газпромом» и иметь альтернативу в случае чего. Хорошо, Сергей, Кишинев перейдет на мазут. Насколько вы знаете, бельский ЧЭД «Норд» не может перейти на мазут. Он работает только используя природный газ. Что будут делать бельцы? Поэтому правительство и ищет другие источники газа. Ведутся переговоры там, с украинской стороной, с румынской стороной, с Евросоюзом. Вот завтра Еврокомиссия должна выступить и сообщить, какие они предпринимают шаги, потому что в Европе тоже дефицит газа. И там ведутся переговоры о том, чтобы закупить газ, как бы создать общую платформу, общую группу и закупить газ для всех. Может быть, туда планируется включить и Республику Молдова, учитывая наши небольшие объемы. То есть, да, ищем источники, чтобы подготовиться к переговорам с «Газпромом». Скажите, почему власти не раскрывают, на каких условиях мы получаем газ в октябре? Почему умалчивают эту ситуацию?
Нет, почему? Выступил вице-премьер Спыну и сказал, что за октябрь цена для Молдовы 790 долларов. Это спотовая цена, которая сложилась, средняя спотовая цена за сентябрь месяц. То есть это единственное условие, да? Такие условия нам предложил «Газпром». Угу. Хотя это вопреки сложившимся договоренностям на протяжении, не знаю, ну, кроме цены, больше же ничего лет. Не озвучивают. Ну, наверное, нет информации. Учитывая, как себя ведет «Газпром», наверное, нет информации. Что, нет обратной связи? Судя по всему, нет. Сергей, хорошо, коль мы начали про обратную связь, Майя Санду пригласила в Молдову Дмитрия Козака, который так и не приехал к нам, чтобы договориться о цене на газ. Также сегодня, извините, вчера вышла госпожа Гаврилица с заявлением о том, что он так и не приедет к нам. Как думаете, почему не приезжает, почему не хочет вести переговоры с нами? Ну, мне сложно сказать, и как бы я не принимаю участие в кремлевских обсуждениях и принятии решения, потому что, и, соответственно, мне неизвестно почему. Мы можем сейчас только предполагать, но у меня пока предположений нет. Может быть, там еще не согласовали, что они хотят требовать от Республики Молдова в обмен на заключение там долгосрочного договора. Может быть, с этим связано. Исходя из этого, бывший депутат Александр Слусар утверждает, что газ, поступающий из России, всегда пахнет шантажом. Как быть вообще в такой ситуации? Вот вы сами только что сказали, что, скорее всего, они думают, да, на каких условиях все-таки решится подписать договор. Значит, что-то будут требовать взамен. Безусловно, здесь мы можем пока что ссылаться на публично доступные материалы. Есть протоколы межправительственных комиссий молдороссийских 2019-2020 года. Там очень четко прописано, что «Газпром» хочет подписать меморандум с правительством Республики Молдова по поводу возврата долга, газового долга правобережья. Мы говорим ориентировочно о сумме 720 миллионов долларов. Значит, во-первых, стоит отметить, что общий долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» — это коммерческий долг, он составляет где-то 8, даже больше 8 миллиардов долларов, из которых 720 миллионов — это якобы долг правобережья. Но никто никогда не проверял, как этот долг сформировался, и каким образом, и насколько правильно, и честно, и законно этот долг распределен между правобережьем и левобережьем. Мы год назад с коллегами выпустили доклад, где только по самым скромным подсчетам долг правобережья был искусственно, незаконно увеличен больше, чем на 950 миллионов долларов. То есть получается, что мы ничего не должны, наоборот, еще «Газпром» нам должен доплатить. То есть прежде чем обсуждать вопрос урегулирования долга, надо прежде всего провести контроль, проверку, не аудит, а именно контроль, и прояснить вопрос, каким образом этот долг аккумулировался. Насколько реально провести контроль? Кто должен вообще заниматься этим контролем? Должно быть либо государственная, либо счетная палата, скажем так, но пока закон не позволяет счетной палате проводить там контроль, либо это акционеры, правительство Республики Молдова совместно с «Газпромом» могут, значит, заключить договор с какой-нибудь аудиторской компанией и заняться этим аудитом, что мне с трудом, честно говоря, верится. Хотя это не исключает возможность, чтобы поставить этот вопрос, включить его в повестку дня и узнать мнение «Газпрома». Если они против, ребята, проголосуйте, распишитесь, что вы против, и тогда мы будем принимать другие меры. Ну хорошо, почему до сих пор такого контроля никто не поднимал вопрос о том, чтобы проверить это все? Чтобы не доводить до того, что у нас сегодня есть. Объясню. Значит, первый и единственный раз, когда счетная палата проводила проверку в «Молдовагазе», это был 2000 год. Угу. В марте 2001 руководитель аудиторской 21 группы... год назад, грубо говоря. Да. Тогда этот контроль был
был прекращен преждевременно. И против руководителя контрольной группы Тодора Шойта открыли уголовное дело. Так или иначе, они, даже основываясь на тех материалах, которые они успели, значит, получить, счетная палата, значит, выпустила доклад. Этот доклад не был до сих пор рассмотрен парламентом Республики Молдова. Это первый случай. Второе. В 2011 году НАРЭ под руководством Виктора Парликова тоже провела проверку по поводу инвестиционных программ Молдова Трансгаза. То есть, что покупали, откуда, по какой цене и так далее. После аудита в 2012 году НАРЭ выпустила 4 решения о том, что хищение на Молдова Трансгазе ставили 243 миллиона лей. По тому курсу это 20 миллионов долларов. Там есть ряд примеров, допустим, закупались трубы по цене в 5 раз превышающей рыночную цену. Поставщики были офшорные компании из Кипра. Все материалы были переданы в прокуратуру. И спустя некоторое время прокуратура сказала, что нет основания для открытия уголовного дела. Тогда мне даже понравился комментарий Парликова. Говорит, закон не запрещает покупать трубы по 5-кратной цене, а прокуратура даже рекомендует. Вот какое отношение было у наших властей по поводу того, что творится в Молдовагазе. И не только властей, а и акционеров Молдовагаза. И я напомню, что у правительства нашего есть пакет 35% акций, у Газпрома есть 50% акций, плюс еще 13,4%. Это доля приднестровских властей, которые также в доверительном управлении Газпрома. Вот и все. Вопросы к акционерам. Вопросы только к акционерам, получается, так? К акционерам, да, и к нашим и к прокуратуре, тем, кто не хотел, да, по сути, без заниматься. Безусловно, да. Тем, чтобы посмотреть действительно, как обстоят дела. По вашему мнению, кто все-таки должен договариваться о поставках газа, чтобы результат был положительным, Сергей? Президент, правительство, просто какие-то послы доброй воли. Кто это должен быть? За энергобезопасность страны отвечает, и за поставки газа отвечает правительство. Поэтому, да, конечно, правительство и Министерство инфраструктуры, которое... Почему я задаю этот вопрос, чтобы вы поняли? Потому что, когда ты общаешься с простыми гражданами, они говорят, вот президент должна была... поехать, договориться. Я хочу, чтобы понимал простой, абсолютно каждый гражданин нашей страны, кто договаривается и за что. Значит, если мы хотим построить демократическое общество, в таком обществе есть понятие как разделение власти. Если мы хотим построить тоталитарное государство, тогда да, должен идти президент, он все решает, он за все отвечает. Нет, мы хотим все-таки демократическое общество. И здесь не принято, когда президент вмешивается в полномочия правительства или парламента, или судов, или прокуратуры. Поэтому я считаю это неправильно. Значит, есть правительство, они есть должны правительство, договариваться. Которые должны договариваться. Безусловно, да, да, да. Тем более, что, значит, еще в декабре 2006 года по инициативе Москвы, Газпрома, нам заявили, что, вы знаете, мы больше не будем продавать Молдове газ по 80 долларов. Давайте-ка мы переведем вас на европейские цены. Значит, тогда в конце года был подписан договор. Обсуждение вели премьер-министр Зинаида Петровна Гречана и министр экономики Игорь Дадон. Значит, был подписан договор, и цена определялась ежеквартально на основании, значит, топливных нефтепродуктов. Ежеквартально смотрим цены на нефтепродукты на европейском рынке и вставляем это в формулу. То есть цена поднялась не сразу, а постепенно. То есть были коэффициенты сначала 0,75. То есть цена рассчитывалась по определенной постепенно. Формуле. И да, по определенной формуле. Да, вот начиная с 2011 года мы платили полностью. Сергей, о том, как с 2011 года и по какой формуле высчитывалась цена на поставки нам газа, мы поговорим с вами после короткой рекламной паузы. Уважаемые телезрители, мы вынуждены прерваться на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Oh, 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 oh
Уважаемые телезрители, после короткой рекламной паузы мы снова в студии, продолжаем наш диалог. Итак, Сергей, до того, как мы ушли на рекламную паузу, вы начали нам говорить о том, по какой формуле вычислялись да, поставки газа на наш рынок. Да, значит, вернемся немного. В декабре 2006 года «Газпром» перевел Молдову на европейскую цену на газ. Раньше мы платили $80, потом цена приблизилась к европейской. Значит, были на протяжении 4 лет, были даже 3, были коэффициенты, то есть постепенно мы начали цену поднимать. А начиная с 2011 года мы платим полную европейскую цену за газ с привязкой к нефтепродуктам. Угу. Вот эти условия были до 2020 года. Летом 2020 года спотовые цены, то есть цены на поставки по краткосрочным договорам на бирже, цены на европейской бирже газа упали там ниже $40. И у нас много людей, в том числе политиков, возмущались, что вот, почему мы не покупаем газ в Европе, он же дешевле, у «Газпрома» дороже. Но никто не имел в виду и не понимал, что, ребята, подождите, да, летом газ дешевый, потому что спрос маленький, но летом мы потребляем процентов 19-20 всех объемов. А зимой, когда спрос растет, цена там перескакивает за 250, за 300. Давайте рассчитаем за весь год и посмотрим, что нам, в принципе, выгоднее покупать по формуле «Газпрома». Я не знаю, почему «Молдова Газ» пошла на поводу этого давления, потому что все-таки они принимают решения, не популисты, не политики, которые в этом не разбираются. Ну, наверное, значит, «Молдова Газ» пыталась воспользоваться, что вдруг, если будут цены лучше, давайте мы летом там закупим газ на зиму и так далее. И внесли корректировки в формулу. Значит, новый договор был подписан до 30 сентября 2021 года и подразумевал следующее, что с октября по март, то есть отопительный сезон, мы покупаем газ по старой формуле с привязкой к нефтепродуктам, а в теплый сезон, с апреля по сентябрь, мы берем по спотовым, по биржевым ценам газ. Никто, конечно, не знал в момент подписания, что летом биржевые цены на газ достигнут там $800-900 тысяч. Ну, нет у нас, мы не занимаемся там битвой экстрасенсов, грубо говоря. Да. В принципе, сложилась ситуация, что 30 сентября договор истек. Мы должны были перейти с 1 октября на старую формулу с привязкой на нефтепродукты. Но «Газпром» сказал, вы знаете, нет, давайте будем продлевать договор на месяц на старых условиях, то есть по биржевым ценам, что, естественно, нам невыгодно. Поэтому в начале сентября, допустим, руководитель «Молдова Газ» сказал, что вот ожидаемая цена в четвертом квартале будет там $250. А «Газпром» сказал, нет, давайте по биржевым, по 790. Вот, в принципе, так случилось. В принципе, да, так она и получилась, такая цена. Сергей, давайте мы рассмотрим самый печальный сценарий для Молдовы, вызванный энергетическим кризисом. Ну, я думаю, что газ будет. Прежде всего, это даже не столь связано с Молдовой, сколько с Приднестровьем, потому что у них сейчас самая большая проблема. А «Газпром» не может подписать прямой договор с «Тирасполь-Трансгазом». Это только через «Молдова-Газ». Поэтому так или иначе договор будет подписан. То есть я не думаю, что Москва оставит Приднестровье без газа, без света. Ну, я исключаю такой сценарий. То есть все-таки небольшой рычаг и у нас есть? Да, я думаю, что у нас тоже есть небольшой рычаг, и этим надо, естественно, воспользоваться. Поэтому, значит, ответим на вопрос, почему «Газпром» не может напрямую поставлять газ в Приднестровье. Угу. Потому что Приднестровье – это непризнанное государство, и, соответственно, «Газпром» не может себе позволить подписывать договора с «Тирасполь-Трансгазом», который юридически не существует. Это будет квалифицироваться как финансирование сепаратизма, терроризма с соответствующими последствиями. Да, акции «Газпрома» торгуются на бирже, он кредитуется в иностранных банках и так далее. Поэтому «Газпром» использует «Молдову Газ», потому что в состав «Молдова Газа» входят
все газовое хозяйство, находящееся на левобережье. Получается, Молдова-Газ подписывает контракт со своей дочкой из Приднестровья. Да, вот потому что Газпрому это дочерние предприятия, договор. Конечно. Абсолютно, да. То есть Газпрому так или иначе необходим договор с Молдова-Газом для того, чтобы обеспечить Приднестровье. Поэтому я думаю, что газ все равно будет. Но для того, чтобы получить приемлемую цену, значит, нам необходимо показать, что мы можем обойтись в принципе и без газа, и мы не, значит, не замерзнем. Да, он может быть там дороже или по такой же цене, но у нас есть альтернативные источники. Значит, то есть это исходя из того, что вы сказали, Сергей, это получается, что нам просто надо, ну, немного продержаться, так выходит? Да, безусловно, да-да-да. А для чего нам нужно продержаться? Вот объясните, чтобы наши граждане понимали, для чего нам нужно вот немного продержаться? Ну, смотрите, значит, правительство должно найти деньги для того, чтобы в случае чего оплатить этот газ другим поставщикам или тому же «Газпрому». И государственный трейдер «Энергоком», у которого тоже есть лицензия на покупку газа, на покупку газа, но у него нет многомиллиардных долгов, то есть, чтобы «Энергоком» нашел другие источники газа, и в случае чего он закупил этот газ. Хорошо. Если... Нужно вот немного продержаться. Ну, смотрите, значит, правительство должно найти деньги для того, чтобы в случае чего оплатить этот газ другим поставщикам или тому же «Газпрому». И государственный трейдер «Энергоком», у которого тоже есть лицензия на покупку газа, на покупку газа, но у него нет многомиллиардных долгов, то есть, чтобы «Энергоком» нашел другие источники газа, и в случае чего он закупил этот газ. Хорошо, если поэтому мы будем говорить... Поэтому сделаем домашнюю работу, потом можно будет на равных общаться или почти на равных общаться с «Газпромом» и договариваться. Хорошо, Сергей, если мы будем искать альтернативные источники, да? Ну, к примеру, возьмем пример, чтобы было понятно. Самое тяжелое будет, самый дорогой газ будет до Нового года. Угу. Потому что если мы сейчас, допустим, заключаем договор на покупку газа для следующего, 22 года, сейчас можно взять по цене там, 650-700 долларов. Да? А если брать до Нового года, вот для поставок ноября, это уже 1000 долларов. Потому что тебе нужно срочно эти объемы покупать. Если ты заранее покупаешь, естественно, цена дешевле. Там, на 2 года еще дешевле, на 3 года еще намного дешевле. Вот. Сергей, мы будем где закупать этот газ? У Евросоюза? Есть разные источники, есть в Румынии, есть можно на Румыния это тоже биржах. Евросоюз. Можно, допустим, в украинских газохранилищах есть объемы закачанные там под 19 миллиардов кубометров. То есть, в принципе, газ есть, мы немного потребляем, нам нужно
немногим более 800 миллионов кубометров. Хорошо, Украина, Евросоюз, откуда к ним приходит газ? Это же точно так же российский газ, или нет? Или не весь? Значит, объем российского газа на европейском рынке составляет немногим более 40%. То есть «Газпром» покрывает где-то 40% потребления газа в Европе. Остальные источники – есть собственная добыча. Там есть в Норвегии, из Алжира поставляют газ. Открылся новый газопровод из Азербайджана. Trans-Anatolian Pipeline называется. Есть импорт СПГ. Катар, США, Австралия, там, Египет. То есть есть разные поставщики. Угу. Значит, Россия, это, Россия не является основным поставщиком газа? Как принято это, по сути? Он, Российская Федерация, самый, то есть «Газпром» является самым крупным поставщиком, но не единственным. Да, и не имеет полную монополию, скажем так. Хорошо. Сергей, давайте мы с вами поговорим о ценах. Вообще, вот удержится ли нынешнее правительство после всего происходящего? Вы же понимаете, что цены на все повышаются. И когда они растут, назад уже вряд ли возвращаются. Зарплаты остаются теми же. Пенсии, если и увеличились, то это незначительно по сравнению с ростом цен на все остальное. Ну, здесь не совсем так. А как? Мы, допустим, в 2011 году... У нас была самая высокая цена на газ – $400. Угу. Цена опускалась там 130, 140, 170. Пожалуйста, цены меняются в зависимости от конъюнктуры рынка. То есть, другими словами, мы покупаем, импортируем продукты по той цене, по которой они продаются на зарубежных рынках. И Молдова здесь не одна, к сожалению, в этой ситуации. Здесь немного... Наверное, объясним, почему произошел такой рост цен. Да. И это не относится только к газу. Значит, все началось еще в ноябре-декабре 2020 года, когда появились первые вакцины. Страны начали вакцинировать население и, значит, открывать понемножку экономику. Соответственно, произошел рост спроса на практически все виды сырья. Начиная от металла и заканчивая там, не знаю, кукурузой, нефтью, газом и так далее. То есть, кроме реального спроса в связи с ростом экономической деятельности, спекулянты, у которых есть финансовый капитал, и они хотели воспользоваться этими низкими ценами и закупали, значит, сырье или заключали договора на поставку сырья. Покупали дешево с целью того, чтобы перепродать дорого. И это еще больше увеличило давление на цены. Можем посмотреть любые биржевые товары. То есть рост цен начинается вот с ноября, с декабря 2020 года. Вспомните, когда у нас начали расти цены на бензин. В декабре прошлого года. Да. Когда начали вакцинировать население в развитых странах. Вот. Ну, в энергосекторе немного есть еще и другие факторы. Во-первых, развитые страны переходят с... угля на возобновляемые источники, и промежуточное топливо – это газ, потому что меньше всего выбросов. Ну, в Китае это еще и связано с огромными выбросами и с экологией, очень загрязненный воздух в больших городах. И переход с угля на газ, конечно, увеличивает спрос и цену. Зима была холодная, поэтому больше газа потребилось из подземных газохранилищ в Европе. И уровень заполняемости был ниже, чем год назад. Соответственно, летом надо больше газа закупать. Весна, конечно, была не такой теплой, и поэтому тоже объемы газа больше потребляли. Лето было жарким. Люди больше пользовались кондиционерами. Опять же, надо вырабатывать электроэнергию, больше газа тратится. Угу. Да, было мало ветра в этом году, поэтому ветряные электростанции меньше электроэнергии выработали. То есть все это повлияло на увеличение спроса и, соответственно, цены газа. Как на азиатском рынке, так и на европейском. Плюс к этому там, Германия, Япония отказались от атомных электростанций и тоже перешли временно на газ. Пока будут введены новые источники альтернативной электроэнергии, зеленые. И все это сказалось на том, что вот цена на газ увеличилась там почти в 20 раз, если брать
в сравнении с прошлым летом. Но большая цена привлекает других игроков на этот рынок. Вот, значит, компании США объявили, что они до 2025 года хотят в два раза увеличить мощности по терминалам, по строительству терминалов СПГ, которые будут загружать танкеры с сжиженным природным газом. То же самое Катар сказал, что они хотят на 50-60% увеличить свою экспортную мощность. Египет об этом заявил, другие страны. То есть будет больше газа, но это займет немного времени, естественно. Европейские, допустим, электростанции перешли на уголь. Им дешевле сжечь уголь и платить за выбросы СО2, чем покупать газ на биржах по спотовой цене. Поэтому, да, эта ситуация не продлится долго, нам надо выстоять. И, значит, естественно, правительство должно позаботиться о том, чтобы людям, у которых нет возможности оплатить счета за отопление, за газ, чтобы дать им компенсации. Это вполне нормальный процесс, который происходит сейчас во всех странах. Наверное, самая такая тяжелая ситуация в Великобритании. Вот мы покупаем электроэнергию по 53 доллара за 53,5 доллара за мегаватт. В Великобритании цена превысила 300 фунтов за мегаватт. То есть там вообще очень серьезная ситуация, очень тяжелая. Вот, поэтому, вы знаете, что бы вам сейчас ответил простой потребитель? Вы не равняете наши заработные платы и цены, и заработные платы Великобритании. Что вы ответите потребителю? Согласен, естественно. Но это не исключает, и, скажем так, необходимости, чтобы правительство предоставило нам компенсации. Наоборот. Угу. Наоборот. Да. Да, ситуация будет тяжелая. Говорю, высокие цены на газ были и раньше, в 2011 году. Поэтому я уверен, что мы выстоим и надо продержаться. Да. То есть, по сути, вы думаете, что вот этот энергетический кризис не будет поводом для того, чтобы правительство ушло в отставку? Ну, не должно стать, исходя из того, что вы сказали. Не думаю. Ну, ситуация в чем? Если бы правительство делало какие-то ошибочные шаги, и кто-то другой, оппозиция или гражданское общество, говорило, что, ребята, подождите, не надо делать вот так. Вот есть другое решение, но другого решения нет. То есть, кого бы мы ни поставили вместо этого правительства, другого выхода из ситуации нет. И, в принципе, они предпринимают абсолютно логические шаги, о которых мы говорили. Ищут других поставщиков газа, как план Б. План А остается все-таки подписание долгосрочного договора с «Газпромом» по приемлемым ценам. Перевели ТЭЦ Кишиневскую на мазут, который дешевле. Да, мы об этом с вами говорили. То есть, да, да, и, соответственно, вот госпожа Гаврилица заявила, что работает над механизмом компенсации. Ищут определенное решение в данной ситуации. Сергей, любой кризис, по сути, открывает другие перспективы. Здесь какие открываются перспективы? Ну, прежде всего, значит, при таких ценах на газ становятся более выгодными проекты возобновляемых источников электроэнергии. То есть сейчас можно, значит, ускорить процесс там, строительства новых электростанций из ветра, то есть которые производят электроэнергию из ветра или там, из солнца и солнечного света, они становятся более рентабельными. Но, я думаю, самое важное, нам надо переключиться на энергоэффективность. У нас сейчас большая проблема с отоплением домов, многоквартирных. У людей нет возможности регулировать тепло в квартире. Вот, допустим, в Бельцах Чатнорд провел модернизацию системы отопления в двух домах, дал людям возможность регулировать тепло отдельно в каждой квартире, потребление в среднем по дому снизилось на 30-35%. То же самое производит сейчас, осуществляет термоэлектрика в Кишиневе. Но для этого, конечно, нужно согласие всех жильцов и есть определенные затраты 500-600 евро с человека.
Поэтому, я думаю, нам надо сконцентрироваться на те источники, чтобы дать людям, у которых нет возможности это оплатить, значит, предоставить соответствующие компенсации и, значит, ускорить процесс модернизации отопления. Во-первых, это увеличит комфорт. Кто-то сейчас стоит с открытыми окнами, потому что слишком жарко. Кто-то мерзнет, а все платят, исходя из площади квартиры. Естественно, всегда возникает конфликт. Кто-то кричит, дайте больше тепла, а кто-то кричит, сделайте меньше, потому что я сижу с открытыми окнами. Да. Для этого необходимо провести модернизацию сетей, заменить их, потому что они уже в основном старые. Для этого нужны деньги. Давайте поищем деньги тем, у которых нет возможности. Дадим компенсации и произведем все эти работы. Тем более, что есть уже два дома в Бельцах были сделаны такие работы. Или три, я не помню точно. Два. В Кишиневе уже почти... Да. В Кишиневе уже почти 60 домов. Угу. Ну, одним предприятиям сложно, потому что они должны договариваться со всеми жильцами. У кого-то нет дома, кто-то уехал за границу, у кого-то нет денег. Это очень сложный процесс. Поэтому здесь должно вмешаться, значит, правительство. А нам с вами надо людям объяснить, показать, что вот есть такая возможность. Давайте посмотрим, давайте изучим. Хорошо, плохо и так далее. Кроме этого, там речь идет и о поступлении горячей воды. Сейчас необходимо там открыть кран и ждать 10-15 минут, пока вытечет холодная вода из трубы, из системы и начнет поступать горячая. После вот этих работ по модернизации в подвале дома устанавливается индивидуальный теплопункт ИТП. Соответственно, горячая вода поступает через 20-30 секунд. У тебя получается как автономное отопление, только намного безопаснее и дешевле. Да. Вот поэтому есть и перспективы, есть над чем поработать в дальнейшем. Ну что, остается только, наверное, желание работать над этим всем. Безусловно, да. И необходимо, конечно, в первую очередь людей информировать. Люди просто об этом не знают. Сами предприятия не могут этого сделать, и тем более, что отношение и доверие людей к этим предприятиям очень, очень низкое из-за качества услуг. Но решения есть, их надо продвигать, надо людям объяснять и надо браться за работу. Там, конечно, надо изменить и ряд законов, но главное, чтобы была политическая воля. Да, как мы не раз с вами об этом говорили, да, что важна политическая воля, и не только с вами. Совершенно верно. И при каждой возможности надо об этом по этой части говорить и с зарубежными структурами, которые выделяют финансирование, чтобы можно было привлечь финансирование. Тем более, что сокращение потребления тепла влечет сокращение потребления газа. То есть мы будем платить меньше, и самое важное, будут меньше выбросы CO2, а за это можно получать деньги, потому что мы защищаем окружающую среду. Да. Да, вот давайте на это обратим особое внимание. Здесь можно, я говорю, можно привлечь финансирование и заниматься этим. И тем более, самое важное, улучшить качество теплоснабжения в домах. Это самое важное. Сергей, остается несколько минут до завершения нашего эфира. Каковы вообще ваши прогнозы на положительный результат для Молдовы в урегулировании энергетического кризиса? Ну, у нас сейчас непростые времена по одной простой причине, что предыдущие правительства, их мало интересовала зависимость Молдовы от газа. И практически мы попали в положение, когда нам надо покупать быстро, и это очень дорого. Все-таки надо поискать источники, план Б, сделать свою домашнюю работу и договариваться с «Газпромом» на приемлемых условиях. Я не думаю, что есть проблема с объемом газа. Опять же, «Газпром» экспортирует на европейский рынок порядка 180 миллиардов кубов. Для нас там найти на весь сезон 800 миллионов кубометров – это, я говорю, на уровне погрешности. Поэтому надо договариваться, но на взаимовыгодных условиях. Это самое важное. Мы должны дать понять администрации Кремля, что нас уже больше шантажировать не стоит. Сергей, огромное спасибо, что вы нашли время, пообщались с нами.
что вы понимаете, насколько важно информировать наших граждан, выходить. Здесь, может быть, если у нас есть еще 10 секунд, хотелось бы добавить. Очень важно понять, что Кремль ничего не дает даром, бесплатно. Вот возьмем пример. Харьковские соглашения, которые подписал бывший президент Янукович, пророссийский, значит, в апреле 2010 года Украина получила скидку на газ на 30%, но согласилась продлить срок нахождения российского флота в Крыму на 25 лет. В итоге Украина потеряла и Крым, и, значит, юго-восточные регионы. Поэтому эти скидки обходятся очень дорого. Да, ты платишь меньше за газ, но приходит счет по другим проблемам. И он намного больше, к сожалению. Поэтому не стоит, значит, бросаться на эти скидки. Аккуратно. Вы знаете, как говорится, что жизнь – это супермаркет, берешь все, что хочешь, но не забываешь, что касса впереди. Да, 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 совершенно верно. Так и получается. Ну, как вы и говорили в первой части передачи, что, скорее всего, ждут, какие нам предъявить, наверное, какой ультиматум, на что, по поводу договора. Я не знаю, если у нас еще есть время, мы можем пройтись по тем... Одна минута у нас остается буквально. Одна минута. Окей. «Газпром» пытается, во-первых, исходя из обсуждений на уровне межправительственных комиссий, «Газпром» хочет перевести, значит, долг правобережья с «Молдовагаза» на правительство. Опять же, мы говорили, что это долг, прежде всего, надо проверить. Это первое. Второе, для «Газпрома» и для Москвы очень важно, чтобы газ в Приднестровье поставлял не «Газпром», а «Молдовагаз». То есть эти два пункта, которые их прежде всего интересуют. Которые они пытаются и выторговать. Абсолютно. Так, да, получается. Да. Да. Сергей, огромное вам спасибо, что вы нашли время, пообщались с нами. Очень надеюсь, что эта передача пойдет на пользу нашим телезрителям, и они хоть немного поймут, в чем ситуация, которая сложилась сегодня в нашей стране в связи с энергетическим кризисом. Уважаемые телезрители, на этом наш эфир подошел к концу. Сегодня гостем нашего эфира был эксперт в области энергетики Сергей Тафилат. Я Ирина Смирнова. Смотрите программу «Диалог» каждую среду и четверг в 18:00. Мы желаем вам хорошего вечера и до скорых встреч.